Спецметаллоконструкция на рынке уже более 15 лет. Предлагаемая клиентам продукция многообразна. Это изготовление мебели на металлокаркасе, кровати, столы, стулья, диваны для помещений, шкафы для спецодежды, сейфы, депозитные ячейки и многое другое. А также стальные двери, ворота, решетки, перила. Предприятие изготавливает и устанавливает детские городки, качели, карусели, песочницы, спортивное оборудование, беседки, скамьи парковые. При изготовлении применяется порошковое покрытие, что дает внешний вид, радугу цветов, повышает коррозийную и механическую стойкость изделия. Уже 10-й год фирма работает и в направлении комплексного оснащения гостиниц, санаториев и детских здравниц. Это изготовление корпусной мебели, мебель для офиса, гостиниц, санаториев, барной стойки, ресепшн, кухни, стенки, прихожие, спальни. Ценовая политика дает возможность выбрать набор мебели для гостиниц. Вся мебель производится на немецком оборудовании. И только из современных, высококачественных плит ЛДСП и МДФ. Наша продукция востребована потребителем. Нас очень много кто знает, с нами сотрудничают большие предприятия Анапы, Геленджика, Темрюкского района. Охватываем большой спектр услуг по всему району и не только. Каждому клиенту индивидуальный подход, выезд дизайнера или замерщика на дом бесплатно. Подскажем, нарисуем. У нас также присутствуют образцы, которые можно потрогать, пощупать и визуально представить, что клиент хочет. Также есть система скидок. На выставке Анапа мы присутствуем не первый год, уже достаточно долго, нас уже знают, имя у нас наработанное, качество достойное. Приглашаем вас к сотрудничеству. При заказе здесь вы получаете весь спектр дополнительных услуг. Это выезд дизайнера на объект, разработка эскиза изделия и подготовка проектов расстановки мебели. Все это осуществляется бесплатно и в срок. Качество продукции обеспечивается современным импортным оборудованием. Все изделия выполняются по размерам клиента с использованием экологически чистых материалов итальянской и немецкой фурнитуры, со строгим соблюдением технологий и высокопрофессиональной подготовкой сотрудников.